Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовим быстрый, очень вкусный и полезный завтрак. Прямо на скорую руку. В эту чашку разбиваю 5 яиц. Так вот, это 5-е яйцо. Немного размешаю. Ну так, чуть-чуть. Теперь вливаю стакан молока. Стакан муки. У меня здесь рисовая, так как у меня диабет. Выкладите любую. И размешиваем. Размешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Вот так вот получилось. Теперь сюда кладу 2 помидорки. Я нарезала мелкими кубиками. На своем огороде, на лоджии, нарвала зеленого лука. Порезала. Солите, перчите по вашему вкусу. Я чуть-чуть перчика добавляю. Ну, а теперь, конечно, я все перемешаю. Вот такая вот смесь получилась. Смесь яично-овощная. Теперь переходим к плите. Я разогреваю сковородку. Сковородку смазываю немножко растительным маслом. Теперь выливаю яичную смесь. И жарю до тех пор, пока низ не зарумянится. Жарим на среднем огне. Можно под крышкой, можно без крышки. Прошло пару-тройку минут. Блинчик переворачиваю. Один край посыпаю сыром. Блинчик складываем пополам и жарим с одной стороны, потом перевернем на другую сторону. Вкусный, полезный завтрак из яиц, помидор, сыра, готов. Из такой порции у меня получилось 7 вот таких вот завтраков, 7 блинчиков, 7 сейчас дожаривается. Хочу вам показать, какой он. Сыр тянется, плавится. Просто вкуснятина, просто объедение. Готовьте, я вам советую, так рекомендую. Кто следит за фигурой, у кого диабет, это очень-очень полезно.